С 1 октября в России перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса антикризисные меры. В частности, прекращаются выплаты повышенных пособий по безработице и единовременные в случае потери работы. Все социальные выплаты с 1 числа будут перечисляться только на карту МИР. С этого месяца также вырастут на 3% зарплаты сотрудников федеральных госучреждений. Это коснется порядка 530 тысяч гражданских служащих. Это военные, включая гражданский персонал, сотрудники Росгвардии, полицейские и таможенники. Рост дохода составит всего около 1200 рублей.